Представитель Алматинской области Бикнур Танирберген стал чемпионом мира по боевому самбо. Мировое первенство прошло в Ереване. На медали претендовали более 1500 борцов из 24 стран. Нашему чемпиону удалось победить в весовой категории до 70 килограмм. О спортивном пути и ближайших планах Бикнура расскажет Лилиана Штогрина. Свой путь в большой спорт Бикнур начинал в 7 лет в родном ауле Шенгельды с занятий в секции дзюдо. Схожесть борьбы дзюдо, самбо и казак курисы позволили ему участвовать и побеждать сразу в трех этих видах спорта. Турнирным показателям перспективного борца могут позавидовать многие спортсмены. Заниматься спортом я начал в ауле Шенгельды в 7 лет. У нас так принято. Тот, кто освоил борьбу дзюдо, выступает и в соревнованиях сразу в трех видах борьбы. На сегодняшний день я чемпион Казахстана по борьбе дзюдо, самбо и казах-курюсе. Призер Кубка Азии по казах-курюсе. Мастер спорта по всем этим видам борьбы. И вот буквально на днях я стал чемпионом мира по боевому самбо. Победа на молодежном чемпионате мира в Ереване нашему земляку досталась нелегко. Сначала он преодолел сопротивление своих соперников из Армении и Греции, а затем в финальном поединке с большим преимуществом по очкам со счетом 10-4 победил представителя Кыргызстана. К мировому чемпионству Бикнур шел долгие 13 лет в полной уверенности, что только постоянные и добросовестные тренировки обеспечат успех и удачу в спортивных достижениях. У него больше трудолюбия и таланта есть, как говорится. Талант 1%, трудолюбие – это 99%. Вот с таким, если усердно будет работать, он будет в больших вершинах. И вот надеемся, что в этом году, вот сейчас в ноябре 12-16 будет в городе Атырау проходить чемпионат Казахстана по взрослым, по дзюдо. Думаем, надеемся, что мы там выиграем. И получим тоже путевку на чемпионат мира. Сегодня самозащита без оружия получила признание почти в 100 странах мира на 5 континентах. Самбо в нашей стране развивается очень активно с 60-х годов прошлого века. Специалисты этого вида спорта отмечают, всех самбистов объединяет главная мечта, чтобы их спорт включили в программу Олимпийских игр. Самбо — это очень хороший вид спорта. Как у нас в Казахстане, в основном все чемпионы, все призеры – это бывшие самбисты. Это все. Вот Азамат Уханов, Эльдос Смитов – они все бывшие самбисты. Что касается новоявленного чемпиона мира Бикнура Танирбергенова, то уже сегодня он приступил к осуществлению нового плана достижений в своей спортивной карьере, но уже во взрослой возрастной категории. Впереди чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди мужчин, на котором наш борец планирует зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Лилия Штогрина при содействии пресс-службы управления физкультуры и спорта Алматинской области.